Всем привет, с вами Зонг. Что-то маловато в этом компании развивок, но тем не менее они есть. Команда не ищет добровольца для командировки на базу, нужно сопроводить туда транспорты с грузами, либо остаться принять участие в штурмовых операциях с морем. Пожалуй, выберем первый вариант командировки. 5 эскорт. После успешного захвата плацдарма федеральными войсками ударная танковая группа успешно продвигается вглубь территории и уже сходу овладела базой ПВО. Для доставки грузов к этому блокпосту идут транспортные караваны, так как противник еще очень активен, следует ожидать нападения засад. Полетное задание – взлететь и взять под эскорт транспортный караван. Все понятно. Все-таки очень забавный аппарат. Но нет, не буду я его брать. Что, еще разочек? Что нам взять, ракеты или это? Жаль, нельзя взять и то, и другое. Тоже мне ракеты, блин.
Ракеты кончились, все. Пилот. О, бля. Это тебе рада. Это Фокстрот. Разрешите посадку. Эскорт каравана транспортных верблюдов удался. Кое-что мы, конечно, потеряли, но на войне, как на войне, все-таки значительная часть жива. И за это я благодарю прежде всего Господа нашего Вседержителя. Потом виллианцев за их неповоротливость и, наконец, нашу группу эскорта, пораженных умением не только нарезать резьбу в носу, но и вести бой. Служба обеспечения. Это вы меня будете обеспечивать всем необходимым или я вас? Потому как оперированы мои летающие орлы, я на секунду подумал, что все в этом мире поменялось, и отныне я ваш должник. Вся служба должна быть построена в 15:00 на осмотр. Я хочу видеть, во что вы одеты. Если мне это понравится, будете строиться каждый день. На сегодня все.